Блокада Донбасса и захват террористами предприятий не пройдет бесследно для украинской экономики. По прогнозам НБУ, рост ВВП снизится почти вдвое, но в 2018-м экономика все же оправится и вырастет до 3%. Останутся на прежнем уровне и инфляция, говорят Нацбанки. Но, тем не менее, из-за сокращения экспорта металлургической продукции и увеличения импорта угля, Украина потеряет ни много ни мало примерно миллиард долларов. Эти расчеты Нацбанк передал для ознакомления в МВФ. Минфин тоже уточнит свои расчеты и на днях планирует их передать. После чего Совет директоров фонда решит, когда рассмотрит вопрос о выделении Украине миллиардного транша. По словам главы Минфина, отсрочка в несколько дней на курс гривны не повлияет. Переговоры мы начали еще в неделю. Сейчас мы на завершальной стадии, поэтому я думаю, что буквально сьогодні-завтра ми маємо їх завершити. Рада директорів МВФ хотіла отримати точну картину того, що відбувається. По блокаді, звичайно, бо наслідки, ну, як ви знаєте, є. І, в принципі, МВФ як кредитор мали зрозуміти, який буде вплив на бюджет.